В Джеровском районе под пристальным вниманием МЧС и Минприроды остается территория Арамхинского лесничества, где последние два дня уже дважды вспыхнул пожар. Сообщается, что основной причиной стала высокая пожароопасность. К этому моменту возгорание уже ликвидировано. Ответственные службы с пожарными работали со вчерашнего вечера. Этим утром к ним присоединились ингушские добровольцы, представители общественных молодежных организаций. Площадь возгорания составила в первый день 4 гектара, во второй раз пожар охватил уже 5 гектаров. На месте происшествия сейчас выставлены дежурные посты. За ситуацией следят сотрудники МЧС и Минприроды. Там сейчас находится и наша съемочная группа. На прямой связи с нами Муслим Ганиев. Муслим, приветствую. Что сейчас происходит на месте возгорания? Да, коллеги, добрый день. Действительно, мы сейчас находимся в Джейравском районе, где произошло возгорание, а вернее рядом с ним. Вот за моей спиной виден небольшой столб дыма, который поднимается из леса. Сейчас здесь задействованы около 100 человек, они вовсю пытаются потушить пожар. Проблема в том, что, не знаю, видно по картинке или нет, пожар на возвышенности, из-за чего до него очень трудно добраться, а также потушить. Спасатели, волонтеры, а также представители Минэкологии Республики вручную берут 5-литровые баклажки и поднимаются туда наверх и пытаются потушить пожар. На данный момент площадь возгорания около 7 гектаров, по данным МЧС, а также Министерства лесного хозяйства и природных ресурсов. А также все сложно тем, что пожар на склоне, а горит сейчас опавшая листва и сухие шишки. Как только в одной части спасатели тушат пожар, шишки скатываются вниз, горящие шишки, и пожар снова возникает. На данный момент спасатели, а также те, кто занимается тушением, говорят, что постараются потушить пожар в течение этого дня. Коллеги. Муслим, спасибо. Из Джейравского района на прямой связи с нами был Муслим Ганиев. И к другим темам.